В Ленинское управление социальной защиты населения обращаются льготные категории граждан, имеющие право на получение компенсации за оплату капитального ремонта. В некоторых квитанциях сумма оказалась выше, чем ожидали граждане. Как нам пояснили специалисты управления соцзащиты, связано это с тем, что часть граждан оплатила квитанции за первый квартал 2018 года, и им пришла сумма оплаты только за второй квартал. Другая часть первый квартал не оплачивала, и им пришли квитанции на оплату сразу двух кварталов, то есть за полгода. В квитанции не указан период, к сожалению. Стоит просто месяц, и все. Граждане, которые оплатили за первый квартал, получили только за второй квартал квитанции. А которые не произвели оплату за первый квартал, получили за первое полугодие. Поэтому у них возникают вопросы, почему такая большая сумма. Пугаться ничего не надо. Надо идти оплачивать, а мы вам компенсируем в полном объеме. Система устроена таким образом, что сначала идет начисление платы за капитальный ремонт, а затем начисление компенсации. И даже те, кто не заплатил за первый квартал 2018 года, компенсацию уже получили. Компенсацию за второй квартал 2018 года все граждане получат в установленном порядке. Между фондом капитального ремонта МОСОБЛ-ЕРЦ и управлением соцзащиты существует информационное взаимодействие. На основании начисленных сумм произведена доплата за апрель, май, июнь 2018 года, который поступит на лицевые счета граждан в конце июля вместе с компенсацией, либо через отдел доставки пенсии в августе. Специалисты управления соцзащиты еще раз обращаются к гражданам. Никаких заявлений или дополнительных документов подавать не нужно. Так же, как и не требуется никакого переоформления бумаг. Интересующие вопросы вы можете задать по телефону 8 495 549 84 22.